Опача, и привоз. Короче, ребята, если такие трамваи, так это таки привоз. Эх ты, всем привет. Нет, давай по порядку. Друзья, всем привет, с вами я Скрипван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, Марат. Куда же мы без него? И что, красивый? Без кепки, елки-палки. А да. Ты что гамарджобу одел? Мы вроде уже закончили цикл. Катюня. Грузинских телепередач. Не акцентирую внимание только на моей куртке, потому что я по-праздничному оделся, елки-палки. Выход в люди. Ты что, мы на привозе. Сегодня мы за елочками пришли? Решили начать с подарка для детей. Да. Марат, инициатор, говорит, ребята, я не знаю, что ваши дети написали Дед Морозу, но я таки на него очень похож и хочу им подарить. Да нет, дети у нас хотели маленькие елочки, а здесь... Не, Катя, это большие. Ну, я согласна с тобой. Ну, побереги Марата кошелек, елки-палки. Идем, агромаркет. Ты что, Преображенская, 85, что тебе вчера? Чуть не втюхали елку. Так уговаривали. Так уже надо было купить. Что ты купил? Света хочет. Ага. Она сказала, молодец, все не купил. Да? Так я тебе интернет-заказ делаю. У них такой интернет-магазин, что мама дорогая. Заходи. О, еще и очереди нет. Здравствуйте. Здрасте, с наступающим. Доброго. Ты что, у вас тут красиво, как обычно. Ой. Да. По-новогоднему? Да. Дед Мороз заходил же? А я привел эти что у нас с собой. Смотрите, какие лыны зараз с нышками. Та ты что? А это, Катя, что это за мама дорогая? Один раз купил и все уже. Японская с усиками елочка? Ага. Шикардос. А нам, ой, прям как настоящее. А я что хотел сказать, те яблоки с тройными яблоками на одном стволе, что я взял, так я их уже посадил. И что, уже яблоки есть? Ну такое, да. Весны ждем. Ждем. Ну по почкам вижу, что приняли все три дерева, все нормально. Ты что, ты посмотри, шикардос какой. Вот банан надо еще посадить. Можно робити замовлення на весну. Поехали, окей. Короче, ладно, тут а ты хотел туда, в деревню отправить? Я ищу брату, Санечка, со ступающим. А нельзя сразу же, раз-раз, и чтобы сразу же поехали? Чтоб туда поехала? Да. То я хочу руками понабирать. Мне надо всякие разные зимние семена. Я вот сестре уже липованочки свои отправил. Хочу вот и братику тормозок такой сделать. А какие-то овощи? О, они там все едят. А у них там все растет, и они там все едят. Да, хорошо, Катюня, а где елочки маленькие? Откуда мы хотим я знаю? Детям. Ой, смотри, а что это? Да, в самом маленьком? Мы сейчас спустимся. Ты посмотри, а как это такое может быть? Что это такое? Почитай, за 140 Георгина? Гривен. Жоржина? Жоржина, ты что, не знаешь? Обалдеть. Еще, а что значит микс? Там тоже яблоки в ней где-то? Должны быть. А красивая какая. Так, а наверное... это что за бамбук волосатый? А что это, да? А я не знаю. А, это вы ее сами? Нет. А, это она такая растет? Прикол. Кактусы, Катя, что за цвет? Что за цвет? Ты же еще в прошлый раз не мог успокоиться. Маратик, на твои усики похожи, ты посмотри. Ну хорошо, хоть только на усики. Ёшкин ты кот. Ой, Сережа, Сережа. Я аж растерялся. Катя, смотри, что твоя мохнатка. Иди сюда, я тебе покажу. Слышишь? А-а-а. Хочешь вау, иди сюда. Сереж, ну какая мохнатка? Ну что у тебя на микрофоне торчит? Вот такая же волосатая. Или твои яички не бритые. Ты что, совсем уже? У нас передача за мама дорогая, что? Или как оно тебе? Ладно, давайте купим семена. Пошли елочки смотреть. Все, погнали. Да, мы быстренько сейчас возьмем елочки, пока Марат не передумал подарок делает. А то он думает, с вами наделаешь тут. Ты что, не мои... А мне нравится, что у нас уже, видишь, каждый раз поход на привоз. Смотри, начинается. Смотри, тут еще стоит одно такое. Это что, груша? У нас с тобой какое? Желтая. Нет, а груши у них никогда не заканчиваются. Ты посмотри на эти стволы. Это все груши? Да ты нет, шо? Это яблоки. Да тут разные. Тут и груши, яблоки, черешни, ага. Катюня? А какие елочки хотят наши дети? А я сама не знаю еще. Сейчас мы посмотрим. Может, и никакие. Як це так це? Новорічне коніка, наприклад. Та їм треба на окошко маленьке поставити, щоб воно у них росло і воно за ними ухаживали. Тобто взагалі тільки дома ще? Ну, поки дома, а весною їх в огород пересадимо. А ці що, на вулиці повинні бути? Ну, хвою краще на вулиці. Ага. Ти бачиш? Важко. У нас є кімнатна ялина, араукарія. Тобто можна її? А де вона? Теж тут чи на перу? Нічого. Велика? Кімнатна. Ого, горшочок. Джакузи. Джакузи, Катюня, это чан для тебя, елки. Это ступа моя. Так как да, дупа твоя, елки-палки, туда вряд ли поместится. Сережа, так ну что ты уже, это тебе за вот это то, что ты там, короче, на меня наговорила. Отвратительная. Ну я посмеялась немножко. Ну посмеялась, и слава богу. Здравствуйте. Здрасте. Вот такие,
вулиці, тільки Борисовик. Ну, це не кімнатний, це краще на вулиці. Слушай, так можно давай возьмем уличный, так я им кровати вынесу на улицу. Посмотрим пусть сейчас. И... Катюша, а вот это не хочешь? Смотри, какая красивая. Или пошли араукарию эту пошукаем, да? Посмотрим сейчас. Можно и араукарию, можно и такую уличную. Да. Семена точно возьмем, Сереж. Я там не, цикламенчик присмотрела. Ё-моё. Ты можешь не топать, а спокойно ходить. Катька! Ты что, дикая? Я тебе специально. Там не стыдно, иди отойди от меня, как будто бы ты не с нами. Идет и гупает. Так, где семена? Семена вот там на стене, а араукария где-то араукария здесь. Есть такой вариант. А, о, штучный, красиво. Штучный снег. Не шкодить рослине, и так цікаво, ну, вирішено виглядає. Давай такую. Да подожди, Серёжа. А что ты подожди? Она потом будет расти в квартире. Они же ее потом никуда не денут. И вот такой вариант. Если ваши подарки такие же, как и цели. Так она выглядит изучаем. Это просто домашнее растение, да? Ялина кимнатная, арука. Ага. А вот это вот. Ну они ж карликовые, небольшие. А це сосна італійська. Она уличная? Теж можна тримати в кімнаті, потім краще висадити борщик, наприклад, якщо хочете в хаті. І... Смотри, Катюня, вот, і у мене. Вот, вот это вот такі дві італіянські, да? Конечно. Будемо прививати в них Італію. Да. Они потім большие виростають? Не дуже велико. Ну, а это вообще, это же, ну это же не, они в горшке должны расти на улице? Могут и горшок. А нужно как? Ну, как угодно. Як хочете, так и буде. Ну вырастет сосна огромная, что ты с ней будешь? Перестань задавать вопросы, как будто бы ты необразованная. Ой, боже мой, святой Николай, такие здрасте. А почему ты считаешь, что я задаю неправильные вопросы? Ну я хочу понять. Та в прямом эфире зачем оно тебе надо? Все правильно, можно в горшику, и потом по мере я буду расти тільки... Будем пересаживать. Хорошо. Ты же хотела горшочка, как у Алены? Угу. Ну так тебе и будет, что ты как это. Хорошо, цикламен мне возьми, пожалуйста. Заворачивай? Обе. Да. Вот эту и вот ту. Она же... А какой мне взять? Шо-шо? Порозовей или по... Ну, это же альпийский подснежник. Вот, пусть он будет похож на подснежник. Вот такой возьми. Такой? Да. Да. А вон тоже красивый, какой, смотри. Горшики подрывные? Вот эти? Прямо сюда и пересадим? А, ну да, да, пусть они будут вот такие, да, сразу с этими, с минимальными. Так, хорошо, а где цибуля, чеснок и то, что для брата надо мне? Вон там, наверное, вот это. Нет, то семена, а есть же семена вот такими. Или... А, все закончились? Гарбаджика закончилась. Гарбаджика закончилась. Там еще есть отделение, может, там не закончилось. А давайте мне разных, вон там что-то, не знаю, там полезное. Все полезное. Вот все полезное, да. Так, низкорослые томаты. Это высокорослые, хай будет. Там, может, нам по две пачки кидать, и по три. У него огород такой, что в бинокль конца не видно. Да. Комнатный давать? Не, комнаты не надо у них. Они в хате только спят, да, все остальное в огороде время проводят. Перчик. О, обовязково. Перчик. Что еще? Зелень, зелени там разные, может, тоже там. Огурки? Давайте. Пусть растет. Не, ну приятная вот, ну, эта вот итальянская. Такой, да. Мягенькая такая, хорошенькая. Я до конца не поняла, как она вырастает. Это же не дерево. Катя, Google тебе в помощь. Вводишь название и смотришь, какие там... ассортименты. А какой ее максимальный размер? Не трогай. Давайте сейчас я вам скажу точнее 611-400. Ты же людей не отвлекать, но ты же это можешь сделать сама. Хорошо. Ты нудная сегодня. Я думал, у тебя настроение праздничное, а оно... Заботы о растениях. А если будет маленькая, тебе не подойдет или большая? Это же подарок для детей. Будут расти вместе с ними, и она же все равно не быстро растет. Это же не камыш тебе. За 10 років близко 3 метра будет. Устраиваете? Да. Отлично. Слава Богу. Вот Николаевна, ой. Я пойду посмотрю. Что за человек? О, Сережка, здесь гирлянды есть. Да у них все есть. Слушай, я пока себе что-то на сайте поищу опять. Катюня, может, ты возьмешь себе пример... С наших детей тоже себе какую-то елку захочешь, пока Марат не ушел.
Да мы скинемся, не переживай, елки-палки. Что? А вы елку нарядили там? А, одну да, нарядили, она вчера уже нарядили. Давай возьмем это тоже. Одну нарядили, а вторую я сегодня сделаю. Вторую она сегодня доделает. Но одна уже получилась просто кого? Шедевр какой-то. Да, внизу возле аквариума. У меня это. Одна будет, значит, современная, да, да, Марат. Да. Давайте, 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 мы сейчас эту машину засунем. А, это кто? Это трава. Семена. А, цуценя и порося. Давайте это тоже посчитайте сюда же. Сюда же. Ага. Красивые. Это подожди, деньги спрячь. Знаете, как удобно даже? За елками? Там мы знаем, Дим, да, 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 поливать постоянно, регулярно, и все будет нормально. Подливать, 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 оно прорастает, потом это начинает есть коты, и потом опять к вам. Замочить нужно? Да. Да, спочатку на 20 хвилин, кімнатна температура. Чтобы она насосалась. Да. Потом на сонячное место. Так, а это если что, в другой пакетик, да? Ну, мы будем проскакивать, зайдем, если что, быстренько храбодичку Саня возьму. Так, это будет на 1102 гривни. А скидку ты вел? Сейчас, 067-99. Николаевна, есть такая? Катерина, нет. Ага. Ой, что ты в мой телефон на всю Ивановскую? У вас да, можно списать. Да, 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 да. А ты разрахувався за свои семена? Нет, за семена еще нет, подожди. Или это же вы уже семенами попикали? Нет, нет. Все, 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 это сейчас отдельно. Ще подарунок у нас зараз акція. О, опять? У нас велика покупка, 10 пакетиків насіння. Ура, Саня, тебе опять повезло. А тепер вот это вот считайте. І насіння. Да, обязательно. Может, надо було цветочки какие-то взять, Сереж? Так, ось дивіться, тут томати, огірки, перці. Угу. І тут цибуля, шпінат, салати. Суміші я вам підібрала. Хочу, все саме полезне. Все, спасибо огромное. Вырегут. Витамины? Да. 56, 43, 5, 82. Можно, да. Угу. Так. Катюня, ты что там? Ты все прямо сняла. Дыню брал? Вон дыни там столько. Баклажаны? Да, давайте дыню, баклажаны и тыкву, что там? Это же Новый год, надо подарки делать по полной программе. А там наверху вообще какие-то банки борзые, ты понимаешь? Да по две кидайте, по три. Марат сдачи не забрал, так что я гуляю по полной. Ну, там, смотри, огурец. Ну, мы такое понабираем. Ну, да, это там всегда... вообще все, я даже не знаю, сколько там. На гектар с той баночки можно уработать. Красивые такие, да? Очень. Ага. А грибов ты видел сколько там? Правда, те еще не посадили. Ё-моё, что ты? Видишь, сколько там грибов? Там какие-то вообще волосатые есть. Ой, плохо видно. Да зайди как человек, оттуда там же есть проход, для людей же сделали специально. А ты? О-о-о. И лукошки сразу. Обалдеть, чего только нету, Сережа. Да? Ты не знал, что столько бывает? Давай наши посыпем сейчас. Когда их сажать нужно? Морковку, буряк ты взял, да? А я не знаю, девочки, а вы морковку, буряк? Давали? Давайте я отсюда возьму туда. Да? О, красивая, красная. Что, разное, что еще? Надька. Может, пачками просто взять? Да не, ну это же... Вот это разное? Это же сажать. Ну, наверное, просто разное. Ням-нямса есть, полив. Я даже не знал, что столько этих бывает. Редиски, помидорки, черри можно. О, смотри, сердце какое помидорское. Да надо уметь еще высадить. Да, там Саня все умеет. Так, кукуруза. Ну, хватит, да? Угу. Голубчиков. Я тут витрину немножко пошатал, но... Девочки, девочки, пошли, а то привод закроется. Уже. Все, и вот это вот, и
точно хватит. А вы еще оттуда накидываете? Морква. Давайте, давайте, пусть соседям раздает. Пусть там, да. О, вообще класс. Да, ты что, Саня? Тебя ждет счастье. Главное, чтобы потом весной коза быстрее Саня в огород не забежала. А это сейчас нужно сажать? Да, это же все зимнее такое. Правильно, да? Это же зимой пакет. Да у нас такой зимой, елки-палки, ты что, плюс 15. С нашей зимой можно вообще не на месяц не смотреть. Да, да, и это оно. И в кулечек, и все, побежали. Мы еще тебя с тобой не посадили. А вот корневин тебе посади. Нужен был. Помнишь? Маленький? Ну, для лимона. Давай. Краще це взяти. А на саджанці? Це ще і залишиться на весну, на саджанці. Все, давайте на це, да. Пусть і буде корневин этот. Вот это мы заехали. Как это на саджанці? Слышь, я понял. А весною висаджу. Ты ж до нас прийдеш. Понимаешь? За маленькими растениями. Марат уже зашел назад. Можно поселиться в этом. Маратик, извини, елки-палки. Это ты тут купил себе квартиру неподалеку, елки-палки? Бери сколько надо. Это будет на 1240. Катюня, выручай. Да? Это наша с Маратом, да. О, сюда это отдельно. Слушай, сейчас получится как с теми елками. Пошли бы снимать обзор цен на базаре, а сняли видео за елки. Нормально. И что? Сейчас вторым, пора елок. Второе сейчас... видео, нет, второе сейчас... видео привоз, сейчас снимем. А? А может кому-то и не надо вот эти семена, а сразу привоз подавать. А может кому-то и привоз надоело, так сразу семена. О, поняла? Нет? Ладно, разбер. А ты сколько там снимала? 5 на 1.5 часа или нет? Да я просто снимала, показывала, а? Красиво, не знаю. Это вот ваши 260 решта. Да, это наши с Маратом. Эх, Марат, что, где потратим? У Бабыкати? Решту. 260, зараз чек на дуку. Все, ладно. Ну, это чек будет тугенький. Тугенький? Тугенький. А, я думал тугенький, тугенький я люблю, да. Ёшкин кот. Марат, не, а ему интересно посмотреть, какой чек. Я тебя сейчас вынесу, мы его будем втроем нести. Вот это мы купили, ты что, ребята? Это один или это два вместе? Полмагазина. Это один, у Марата покороче. Ты что, чтоб у всех в новом году вот такой был. Ага. И недорого. Аромарки спасибо, лучше. До свидания. Все, с наступающим, до свиданечка. Вот это да. Ох ты, опять трамвай поехал, боже мой. Да не меня ты снимай, ты же в Одессе, что ты как это? Дай людям красоту. Вот сейчас сидят люди в Бруклине и что? И что? Липован. Вышел на привоз, а мы даже трамвая не видели. Так, это куда? Это в цветы. Ну что, пойдем быстренько разгрузимся и побежали, да? Угу. Или сразу на рыбку зайдем, рыбный ряд? Пойдем разгрузимся, наверное. Хорошо. У тебя что-то, ты уже что-то приобрел в рюкзаке у себя? Нет. Пустой пошел? Хорошо. Ну, спасибо. Вот так вот. Аккуратненько. Трамваи, рельсы. А, ты что, красота. Что ты хэкаешь? Классные елочки у нас. Итальянские. Отругал меня. Ого, сколько аджики, смотри, я. Да, я тоже. Я сегодня столько еще не видел. Обалдеть, завались. Холодца хватит на всех. О, Катюня, почем кот в Одессе? Не продается. А, не продается? А, туда идем, душа привоза. Пошел, наверное, цицки тереть Соньке. Да я хочу с дачей поделиться. На удачу, за Новый год, чтобы у всех все было хорошо. Погода как вчера, только ветерок, да? Ну, такой ветерок. Готовили? А, ох и винегрет этот получился. Ха. Вкуснячий. Ветка слопалась в банку. Да?
Понравилось ей? Катя лупила. Не хотела кушать. Лупила до поздней ночи. Оп. Мадам, проходите. Катюня, давайте. О, спасибо. Я всех пропускаю. Аккуратненько. Проходите. Пожалуйста. Пожалуйста. Сразу. Приятного аппетита. Сразу запахло этими новогодними закусками. А Марат уже сказал? Что? Что мы готовить хотим. Нет. Перед Новым годом. Форель. Марат, что ты смотришь? Очень занимаешь. Ох, мой, вы бы отварить. А? Делать как-то из гека пару вещей. Боже, какое изобилие. Ты посмотри на это. Так ты что? Слышишь? Не знаю, куда смотреть. Я думаю, что на океане нет таких магазинов. Ты посмотри туда вдаль. Это... Обалдеть, сколько всего, Марат, сколько рецептов простаивает. Идем, где мы матье брали в тот раз. Там вам, кстати, хамон обещали прислать. О, Марат, там у нас испанцы в Испании готовки хорошие рецепты живут. Ногу хамона хотят отправить. Сирана, сирача. Блин, мы его будем долго кушать. Ну ничего. Будем делиться. Тетя Сонечка. Носики это туда-сюда. Опача. Все, ребята, за всех она наших подписчиков. Ты что, моя ты хорошая? Ах, Сонька, Сонечка, стели свои перины. А блин, духами пышною кровати дети нынче. Кто-то из вас справляет именины. И во всем мире таки должны про это знать. Парира, тач, тач. А тебе что, кому-то надо было поздравить с днем рождения? Ох, хорошая женщина, как ты у меня прямо. Шо? Так я поздравлю, не переживай. Вот там я видел, Матиас продают без головы. Угу. Тут тоже без у головы. У Пругинки надо взять, да? Он едет. Иди сюда. Давай здесь, где Марат сказал. Матиас, тебя устраивает? Красивое? Угу, угу. А? Ой, там все молоки, да. Так, ты шо? Сколько штучек взять? Очередь. Тут же и селедочку можно взять, ты посмотри. Там на завтра нужно тоже. Матиас? Да. Так давай, давай понабираем сейчас тарталетки эти где-нибудь, смотри. Ага. А нет, так за этим я знаю, где есть. А я вчера видела, у меня попался видеоролик. Берешь хлебушки, ну. Стаканчиком так сделал дыр эти самые, ну. Кружочки. Потом берешь пробочку, пробочку туда вставляешь, образуется такая, как вмятинка. И на сковородочке поджарила, получились такие тарталеточки. Боже мой, ты что, ТикТок себе скачала, не дай бог? Нет, как-то вылетела откуда-то, боже упаси. Вылетела она. Ну серьезно? Не, она вчера этот винегрет с фасолью поела. И что? И что? И начала смотреть. Навеяла тебя на рецепты. А это, смотри, рай для пивомана. Ой-ой-ой. Скажи мне, ты просто снимаешь или ты в очереди стоишь? Стою еще и в очереди снимаю. Давай, стой еще и в очереди. Так сколько вам нужно этих матиасов? Да нам парочку надо, на шубу новогоднюю тоже надо взять, я не знаю, штучек 5. Маме будем брать? Ну, что будем? Здравствуйте. Здравствуйте, нам вот этот матиас, две штучки отдельно в кулечек и штучек, наверное, 10 еще в отдельно в кулечек. Такую солидость будем брать? Зачем? Как зачем? Ну что, для чего? То у нас же гости будут на Новый год. Штучек так это сколько? 10. Штучек 10, да. Ой, какие красивые. Подожди. Да. Считать да. Вместе просто в разные пакетики. Скажи, мы еще на 4 число с тобой 100 раз вот поедем, вот. Да. Да? Ну, конечно. Ладно, хорошо, давай. Берем. Ребята, чтобы вы понимали, 10 это на себе на шубу. Очень шубу любит. Так, мадам, это вам, это мне. Катюня, все, отойди, не занимай очередь. Что-то иди там еще есть, что снимать. О, мы же хотели этот китайский магазин с соусами показать, там, где Марат берет постоянно. Все, спасибо огромное. С наступающим. Пошли. Маратик, где ты говорил, там магазин этот? Вот они, смотри, вот они, тот, который слева. Специи Азии, суши и продукты? Да, тот, который слева. Там наливают вот любой соус, там тебе 50-100 грамм, сколько скажешь. Очень удобно, ага. Кому надо немного. Ой-ой-ой, свежа. А то что, прямо Дунаечка у вас? Да. Обалдеть. Я понял, да. Поштучно, ты видишь, 100 гривен. Щука, толстолобики, карасики, мои любимые. Здрасте, с наступающим. А что, все, раки закончились? О, Светочка, порядок. Идем поздороваемся со всеми. Марат, идем сейчас в китайский, не переживай. Ох, это вообще что-то нереальное. Что? О,
Это ноу-хау. Здрасте. С наступающими вас. Что вы прячете, потому что что? Потому что такую красоту. Ёлки-палки. Всегда полные ящики, ребята. Ты шо, а икра, смотри, мои какая. Ёлки-палки. Согласен, так мы споемся, получается. А когда будет Марат с нами, так еще и сопьемся, все будет хорошо. Ага. Ой, Маратик, извините. Шо, почем сегодня раки? Такой вот 600 гривен десяток, 1200 килограмм. Да ты шо, Жека, слышишь? Надо брать. А есть вот такие красивые. А ну-ка, о, так то вообще, ой-ой-ой-ой-ой. Это прямо мамонты. О, ага. Ты что, черная? Черная и красная. Настоящая? Раки за день и икра бесплатная. 100%. Да ты что, порядочек. Так что, вам хорошего дня. Вам взаимно. Все, людям показали, спасибо огромное, людям показали эту прелесть. Это самое главное, да, и все будет хорошо. Так, я закрываю, чтобы не проветривались. Спасибо. Все, будьте нам здоровенькие. Идем дальше. Да-да-да-да-да-да-да-да. Что, Кать, ты хочешь себе что-то приятное сделать? Кита, ты видишь, какая огромная. И корочки хочу. И корочки хочешь? Mm-hmm. А у тебя будет завтра в твоих рецептах что-нибудь с икрой? Может, Кать, ну иди понюхай, елки-палки. Можешь лизнуть через экран. Только через экран. Боже мой, что это такое? Да я вроде бы поел перед перевозом, знал же, что сюда ходить опасно. А у меня что? Сыр такой мягкий, совсем, знаешь, как масло. Сладкий? Плавленый янтарь это? С икрой, да. Да. Смотри, барабуля, креветки. А вот это кони. А? Мы в Турции у рыбака меньше покупали. Были. Креветка, кстати, хорошая, недорогая. Осьминоги. На гриле бы, да? А я думаю, ничего, до чего карась дошел. Да видишь, какая красота, Катюша. А это не карась, это тилапия. Тилапия. Да. Очень. Я? А. Это то, что у нас называют муж. Посмотри на эти бубки. Бубки? Ты посмотри на них. Да ты шо? Гигантские. Ё-моё, это ж каких размеров у неё труба выхлопная, чтоб таких. Понятно. Так. Эх ты. Здрасте. Что, Марат, это вот здесь? Да. Это вот здесь. Ёлки ты палки. Это, ребята, это... Всё вот для китайского, японского, тайской, добро пожаловать в рай. Короче, как-то так вот. Абсолютно все, и здесь вам нальют, вот буквально вот сколько вам надо, 100 грамм, нальют 100 грамм. Еще и попробовать дадут. Будете выбирать из нескольких видов. Что нам нужно? Здравствуйте. Ничего не нужно. А, мы просто пришли? Так, мы же давно хотели показать, где Марат берет эти соуса. Вот. Вот эта штучка, видишь? Можно взять на развес, можно прям одну взять штучку. Фунчоза вот бобовая. Можно 10, как вам нужно, удобно. Все есть на развес, все есть на разлив. Катюша, а имбирь твой любимый, маринованный? Ой, да, это мамин любимый. Так давай возьмем по-братски с мамой наполовину. Давай. Да? Слушай, а вот это рисовое? Да. Я хочу. Детям, если смотрите. Это разные вещи. Это из бобовых сделано. Да, это рисовое. Давай это возьмем. Скажите, пожалуйста, может, с витрины или у вас там есть, да? А нам надо вот такая вот пачка по 115. Потом имбирь маринованный красненький. С мамой поделимся. Можем и вино китайское попробовать. Дети будут счастливы, но воздержимся. Ага. Срирачи вон там какие хочешь. Ой, а это что за мочалки? Это коралловый. Коралловый гриб. Они, это вот это замачиваешь и потом кушаешь, да? Белый. Становится он и маринуете его лимонным соком. Обалдеть. Давай. А дайте нам пару этих мочалочек. Давай завтра сделаем. Тоже закуска? Я не знаю, первый раз вижу. Я тоже никогда не ел. Да, слышишь, мы вчера с тобой шишки пробовали, там уже пофиг. Ну вот как продают корейцы, да? Вот. Надо в холодной водичке замочить? Все, я это понял. Ты понял? Да. Вот это красивое вот такое вот. В теплой водичке мягенько замочить? Я в готовом виде уже видел. И соус придумать? Вам никогда. Ребята, ловите от нас завтра рецепт. Мы еще сами не знаем, что это, но получится по-любому вкусно. Ты что, видишь? Грибы. Одну-две. Давайте две. Вдруг хорошо приготовим, так и маму угостим. О. Шедевр. Ну, давайте еще одну. Что вот это неспокойная. Две? Там уже возьмешь свой кулечек, ты успокоишься уже. Как намаринуем тебе. Не, это тоже будет много. Оно увеличивается в много раз. Да? Вот такое большое. То есть нам лучше один сначала замочить, да?
Короче, мы один поэкспериментируем, а потом два засунем куда-нибудь в корыто тебе, да, и все будет нормально. Для морковки корейской? Да. Но она немножко желтизну дала. Ну ничего. Ну а так она вкусная. В животе все отбелится там или наоборот? О, вот еще возьми мне вот этот чука-салат на Новый год, да? Давай. Вот лучше ей подешевле дайте. Ореховый соус у тебя есть? У меня дома есть. Нету. Я тебе принесу. Так может возьмем тебе сразу? Хотите, возьмите маленький. Так, и чука-салат, пожалуйста, да, давай? Да. Угу. И ореховый соус. Ой, осьминожки, смотри, есть. Чука-салат, подскажите мне, какой вес? Килограмм, пол? Ты их, вот, вот такой, да? Хорошо. Давайте я килограмм, ну чего пол? Смотрите, вы можете прийти домой, оно немножко будет мягенькое. Угу. Взять, разрезать его. А остальную часть просто завернуть быстренько в... И туда же в морозилочку, да? Да, не размораживая, оно будет вам сохранять. Так. Ты видишь, как я тебя люблю, Катя? Ореховый. Угу. Ореховый какой объем? Небольшой. Маленький, да. Вот такой, да? Да. О, шикардос. Нет, этого мало. А есть в два раза больше, чем вот этот? Есть. Сколько? Грамм 200, да? Нет, литра. Полтора. А, литр нет, полтора? Не, не, я думал. Тебе дам, я тебе дам. Да мне тогда хватит, ей, хватит. Извините, да, хватит тогда этого. Я просто знаю, как она... Меня вчера отправили в стойло, Маратик. Я просто знаю, как она его любит. Она его любит, на самом деле. Ореховый. Да вкусно. Угу. Ну, этого хватит заправить тебе половиночку. Угу. А на вторую половинку Марат придет со своим соусом. А если что, у меня еще из-под сациви осталось чуть-чуть. Тоже вариант. Кто-то еще? Все, осталось рассчитаться. Давай. Да, вот он прав. Вот этот соус, что мы с сациви делали, да. Тоже будет с этой чипой. Только сладости в него нужно добавить. Там можно добавить вон устричную ложечку, елки-палки, и что-нибудь новое придумать. Ты рассчитываешься? Нет. Возьмите, все, дуже дякую. Спасибо огромное. До свидания. Вот это мы, Марат, хорошо зашли. Блин, а угорь какой этот вкусный. Все, Катя, хватит, пошли. Идемте хоть по беляшу съедим, что ли, а? Ну невозможно сейчас так тратить деньги. И у нас все есть, пошли. Что это? У тебя все есть. Ну сальсы такой нет, Марат. Тарту фат. А что это такое? Кто же его знает? Это случайно. Склад печерицы культивовані. Это просто обычные шампиньоны. А написали так завуалированно. Лучше не надо, я не вмешиваюсь. Как все организовано. У меня там такая рыба заехала. Сазанчик дикий на 6 килограмм. Вот ты пока завтра будешь тарталетки там вот эти вот делать. Идею для праздничного стола. А я рыбы пожарю нам, понял? Здрасте вам. С праздником, с наступающим. Здрасте. Спасибо, стараемся. Он же из лучших продуктов. И я-то, да? Пожарю. Так, вкусно. Ну можем домой? Здрасте. А шо? Ты обещал палочку еврейской колбасы так купить. Какой домой? Идем, мы же купим сейчас колбаски. Ой, елки-палки. Тарталетки. Катюня, грибы. Все для тебя. Смотри на эти грибы. Да, грибы ты это видел, иди сюда. Вот это вот включи сейчас со вспышкой. Это вообще сейчас просто будет обморожение желудка. Да наедь на вот эти марабельки. Подержи вот так вот. Обалдеть, это шедевр, ты шо? Марат, на 4К телевизоре и экране это же вообще будет просто навевать, даже не знаю, на все полезное. Алексей просил манго ему купить, зеленое. Так позвони в Витамин Маркет. Привезут прямо домой. Что яйца почем? От 75 до 60. Слушай, а. И тут тоже
Агромаркет. Может зайти здесь Горбачику посмотреть, может осталось. Еще по елочке купить. Не, елочки мы уже купили. Смотри, там прям сосна есть огромная. Сосны у нас еще с тобой нету, Сереж. Это маленькая верхушка айсберга. Все остальное в этом, в интернет-магазине. Ну, посмотри на эту сосну. Да вижу, блин. Давай уже иншим разом. О, есть. Идем быстро. Я все. Елки-палки. Марат, ты не успеешь покурить. Та зашла и вышла. Давай. Бегом. Вон цибуля там осталась. Бегом. Давай туда-сюда. Да. Здравствуйте. Здрасте. Вот чисто взяли. Здрасте. Смотри. Да? Быстренько взял и быстренько вышел. Так тут скидка сумасшедшая, 50%. Раз. Цибульку такую. Так, что, чеснок этот круглый тибетский не остался, а? Вот такую цибульку вкуснячую. Ну, чесночок возьми. Да я подумаю, это что такое? Чеснок. Посадковый. О, бери. Бач, пусть себе весь огород засадит. Все. Порядок. Все, ты это уже можешь не снимать, просто сделали дело и хватит. Я вышла. Смотри, какие грибы на весь телевизор, елки. Тут даже если не захочешь, себе купишь, по-любому закажешь. Этот 60. Да. Вот это телевизор. Здрасте. А нам вот это, пожалуйста, ваш кулечек. Сделайте доброе дело. Все, дякую. Да, да, конечно, 0,67-99. И что, они будут расти вот так вот из кулечка? Да, они готовы уже. Серьезно? Ну так серьезно, так вот эти вот растут, вешенка растет, вот дедом никогда сбоку резать. И они растут, что телефон. Не-не, мы уже все взяли, только мы были там на Преображенской, это зашли за цибулей. Да-да-да, уже мы уже затарились. Что там, скажите? Так, до склада будет 284 гривни. Даю. Сергейку. 200, раз, два, три, четыре, вот так вот, 90, да. Угу. Тут хорошо, как в теплице, да? Угу. Нет-нет, даже почки начинают уже там чесаться. Красота. Дай, 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 дай. Дякую. Вот мы Маратику сегодня культурную программу сделали. Все. Благо, да. Рю. От всех липован, да. Спасибо огромное, до свидания. Спасибо. Ты понял? А, так ты еще даже не докурил. Вот как мы быстренько ходим. Вошел и вышел, вошел и вышел. У нас же машины вот здесь. Ага. Можем освободить себе руки, зайти за колбаской, не знаю, там что-то поздоровкаемся и пойдем уже обратно. Ох, а здесь сколько елочек разных. Катенька. А-а-а. А ты не знаешь, есть болезнь какая-то такая, с елками связанная, да. Когда шишек в голове. А ты там пока спасибо. Эту... Когда шишек в голове. Мы шишки едим, а нас любуют. Вам вообще-то грех жаловаться. На шишки? Ты что? На меня. Полезные? Ты утром ощутил? Еще как. А я что-то не ощутила утром, Сережка. Никаких шишек. А потому что ты их не ела. Ты меня уж покорми сегодня, пожалуйста. Не, ну там еще осталось, да, так что тебя угостим. О, чебуреками пахнет, чувствуешь? Катюша? Это от тебя. Здравствуйте, с наступающим вас. Спасибо, спасибочки. Спасибо взаимно. Спасибо. Машина у нас там прямо. А потом можно так нырнуть по течению. Сереж, ты опять машина? Что с Ниагарского водопада? Кать, она же здесь рядышком. Зачем с собой, как это, селедку эту выгуливать? Салатом. Ты там об коленку сильно не долби, кораллы эти. Джинсы можешь себе порвать. Так, я вас тут жду. Давай. Чеснок. Вот. Предновогодняя атмосфера, да? Снега нет, оно и не надо, походу.
Сейчас с этими баллончиками можно себе... О, баллончик газовый тебе нужен. А, еще и это. Ой! Ох! Ты здесь брал Винницкий домашний, нет? Нет, я брал. Вот это ассортимент. А где это? Звезда наша. А? Мак ваш почем? 20. Катюша, ты посмотри, какое изобилие. А? Чернослива. Весь домашний. Смотри, если у тебя время, то тебе надо аккуратненько снимать и быстренько ходить. Или наоборот. О, здоровенький был, салют. Что, как дела? Торговля идет, все в порядке? Слава Богу. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Так, мясо надо закупать вот здесь на привозе. Или в этих магазинах, да, мясо. Пожалуйста. Но не по на Киевском. А по ситуации? Вы берете дорого, там дорого очень. А она скидку делает, все нормально, да. Мы же договор, елки-палки, ну, да. Молодцы. Спасибо огромное, спасибочки. Вообще, получаешь огромное удовольствие. Как вы относитесь... В Одессе по-другому нельзя. Здравствуйте, ох, какая вы лохматая сегодня. Одессу по-другому никто не любит, по-моему, как вы. Ребята, любите так, как я, и будет вам счастье. Что? Катюня, а ну. А попросили не фотографировать. Да. А, я понял. Я только так. Маме Свете в Дубосарах, привет. Ты что? А ну, Мэй, нажимай. Нажимай. Мамочка, привет. Оператор снимаешь? Снимай, моя хорошая. Мама Света, Дубосары, чтобы они были здоровы, с наступающим Новым годом. Ага. Эх ты! Спасибо вам огромное! О, елки-палки, ты здоровенький был, ты что? А я твоего увидела, я говорю, передай ему привет. Оказывается, и ты. Окружают. А что, вы побираетесь или что? Да, за крыльцом. А, понятно. Ты что, голубцами будете торговать? Конечно. Красавчик. Ты что, вот это молодцы. Катюня, тут же был где-то туалет для мальчиков или для девочек. А, вот, все. Подождите меня, я сейчас вошел и вышел. О, прямо аж... Здравствуйте, здрасте. Все лучше и лучше. Что, нам что-то надо? Кабачки, Марат, ты ж смотри, я не знаю, что у тебя в голове, сколько у тебя там, 10, 80, 40 этих тарталеток у тебя рецептов. Я сам еще толком не знаю. Катенька, пропусти там человека. Да. Пошли вперед. Да я хочу, чтобы... Половина ингредиентов, я знаю точно, у тебя дома есть. Нам нужен кусочек сыра. Есть. Да. Селедочку мы взяли. Это я думаю, теперь ты лучше будешь видеть, елки-палки. Чесночок нам надо. Все. Сейчас, смотри, сразу начнет покупать, понимаешь? Он же ходит, оно ему не... Продрел, да. Да. Ты что? Доброго ранку. Кабачок. Что, маме, давай возьмем кусочек кабака. А дайте нам вот этот вот, почем он? Хорошо, давайте, сколько он там весит? А примерно дайте, я потрогаю. Да 2 килограмма, кидайте в кулечек. Все. А я вам вот так вот. Опля. Все, оп. Без семечек. Все, спасибо огромное, будьте нам здоровенькие. Оставьте в покое, все, спасибо вам на бурячок. Будьте нам здоровенькие. Можешь просить ж... мне... Да я поношу. А, подожди ты, Марат, елки-палки. Что ж ты, куда ж ты? Держи. Все, вот это уже по-нормальному. Гай-гуй. С авоськой. Хорошо, как мы сделаем наш круг почета? Давай сейчас через Юлю курочку. Вот через Лилю курочку. Но нам не нужно никаких копченых курочек. Да хорошо, мы просто поздороваемся. Может, кабаком угостим кого? Кабак маме отнесешь. Ладно. Ты там для мамы я еще могу купить. Все, зайдем вот так вот, сейчас возьмем еврейские колбаски, потом выйдем там. Серегу руку пошел. До конца. Это мясной. А, я понял. Маратик, а мы же сейчас будем через специи проходить. Так может возьмем для корейской капусточки? Нет, это Ульянка от такого не откажется. Хотя она такой... Она все надевает. Она заказала Деду Морозу свадебное. Да ты что? Да. И Дед Мороз таки постарался и нашел такое свадебное, что я не знаю, нема таких женихов в Одессе пока еще. Тут лук, цибуля. Что ты так хехекнула?
Представила, как ты ее замуж будешь выдавать. С какой метлой ходить, женихов отгонять. Возьми, возьми. Марат, пора бросать курить уже. Что, Сережка? Смотри, где там Славик торгует? А, он стоит там в тюбетейке своей. Ты что, яблоки, ананасы. Ой, все. Приятного аппетита, здрасте. Что, почем хот-доги в Одессе? Или вы их сами лепите? Лепим сами. А, и что, нема, не осталось? Так я бы вас купил бы. Есть. Эх, и ничего. В следующий раз надо раньше было приходить. Все, с наступающим вас. Ай-та-дай, ра-да-дай, ра-да-дай, да-дай, без тебя бы не смог, вероятно, я не душою молодец. Не шутить, не петь, не петь, не шутить, не петь, не петь. Хорошо, не, мы давай с Славиком закончим, мы же почти всегда со Славика начинаем. Как это? Будем немножко этот... Менять маршруты. О, чурчхела. А, вот она, да? Да, вот эти грибы. Шо? Да? Угу, угу. Ага. Надо, главное, знать, чем заправить. Скажите, пожалуйста, у вас нет специй специальных вот для... Нет такого, да? Хорошо, пошукаем. А у вас нет случайно специй готовой для корейской морковки, для всего такого? Есть. А, да? А что ты, мы можем, как это, водоросли по-грузински приготовить? Отдайте нам, пожалуйста. Ага. Давайте я вам помогу. Сама. Лавровый лист. Какой красивый. Вот с таким бы венчиком ты бы настоящий Гай Юлий Цезарь. Кстати, давай возьмем, повесим у тебя там и будем себе отрывать, сколько нам надо. Точно. Почем букет? Вам сколько раз? Один раз? Пару раз? Посмотрите на этих молодых и красивых. Раз пять. До Нового года успеем, точно. Это на двоих. Давайте на 100. На 100. Чтоб 10 раз. Ага. Марат, я парочку беру, да? Они же очень красивые. Да. Да ты что? Кать, сплетешь ему бинокль этот, веночек. Я тебе сначала сплету. Посреди я и Дион, елки-палки. Ему же он пойдет, чистый этот будет. Цезарь или Цицерон, кто там? А вы берете специи для этих грибов? Да, корейский морковь. Ага. Да, а мы взяли... Можно и на грибовую ее. На такой вот. У нас шикарная. Там и туда, и сюда можно будет. Мы сделаем. Сахар, наверное, надо добавить, да? Кать, ты успокойся, все будет вкусно. Горчичка. Ты вот расскажи сахар людям, есть. Сахара все есть. Что здесь можно для харчо, для сациви. Да. Почем вы такое спрашиваете? 50. Так, и вот два этих венечка. Да, тут здесь грузинская кухня, сам сациви, что угодно, все сюдой. И все, что хочешь. Еще и детям чурчхела будет вкуснячая. Ты помнишь, мы откуда ехали, да? Мы с Кахети ехали, и там есть прямо именно вот такие вот пару деревень, да, где продается вот эта прелесть. Все, Катюшка. Спасибо. Сколько она вам денег должна? 300 гривен. Ладно, давай я. Ой, извините. Все. Вот так вот это вот вам. Дуже дякую. Будьте здоровеньки, с наступающим вас. Годом новым. Так, вот это мы хорошо сходили. Вот это мы хорошо зашли. Здравствуйте, здрасте. А, мы то там, то сам, то здесь, и к вам. Здрасте. Ой, гранаты. Маленькие, сладенькие, да? А давайте по стаканчику 3 по 50. Или сколько там? А вы нам сока налейте, вон там 3 стакана полезного бахнет за все здоровье. Куда? Катюня. А. Идут взвешивать тебя, видишь? А, прямо вот оттуда как будешь пить. Шикардос, да. А ну-ка, иди посмотри, такое ручная работа. Это при вас выжимается. Только в Одессе. Ага. На привозе можешь быть. Только на привозе, да. Смотри, какая гора. А, ну этот же сладкий, как мед, он же такой. Ох, Катенька. Все? Никаких фокусов. Ловкость рук, да. У нас такой фокус не бывает. Ой-ой-ой. Ты бачишь? Види, какая она, о. Какой цена за нас? 170 килограмм. Азербайджанский сладкий, как мед. Безотходные. Та ты шо ж брызжи, ты видишь?
Хорошая фрешница. Да. Ты видишь, качественная. Прилавок гнется, а фрешница на месте. О, смотри, какая тоненькая вещь. Смотри, чпунь. Да пусть кушай, да, бери гутуль, она больше, да. На дольше хватит. О, Катюня. Спасибо. Чистое здоровье. Ох, у тебя и губы будут, и елки, и палки. Все для тебя, Сережка, все для тебя. Марат Джан, давайте Маратику. Оп, тебе. Эй, подожди, а чокнуться, хрустнуться стаканами? Да, ладно, пейте, ты. Все, я шучу. Все, вот, дуже дякую. Ваше здоровье. А мне меньше всех налили. Да успокойся ты, да ну что ты так сама. Так мне не жалко для тебя. А какой вкусный. Да, да. Сразу именно кавказец, еврейский. Израиль. Израильский Кавказ. Спасибо, дорогой. Спасибо огромное. Вот это очень полезно. Прямо аж. Все, дуже дякую. Спасибо. Ребята, за здоровьем все сюда. Все на Кавказ. Да, такой терпкий, то, что надо. Да, я даже не знаю, что сладкий. Вот сейчас такая еле-еле терпкость, холодненький. Гутуля по 150. Так, специю взяли. Яйца дома есть? Да. Да. А сколько надо? Немного. Ну, больше двух? Да. Все. Маратик, засовывай все сюда, мой хороший. А ну, подержи еще раз за ухо это, заодно. Я сейчас и букет вот этот вот тоже засуну. Влазит и вылазит. Скажи мне, все, а вы холодец на Новый год сварите? Обижаешь, конечно. Мы еще и зельца наварим. Не знаю, все ли мы успеем снять, но то, что наварим, это по-любому. А когда вы это будете делать? В субботу? Вот тот алюминиевый твой судочек. А Серега стругает. Ты что, а где же там Серега? Здрасте. Здрасте. Она строчил капусты. Почем попробовать? Бесплатно? Ты что? Попробуйте, а мы скажем. Елки, а что он стругал на эту терку, как у меня теперь? Вот она в две стороны шмаляет. А где он побежал? За капустой? Кочаны закончились? Серега, чтобы у тебя никогда не заканчивалось. Ты что? Я вас еще жду, да. Так, пошли, Сережа, за колбаской, поехали. У него все терки хорошие. Великолепная. Она шмаляет в две стороны. Единственное, за что ты жалеешь, только что руки у тебя, береги. Что у тебя быстро заканчивается качан. Шмяк-шмяк, ей надо второй копать. Сережа, пошли. Очень сладкая, а полезная какая. Вернешься, покушаешь. Сразу сиськи набухли, понимаешь? Нам на тот турнир. Марат. Слышите, Марат? Это не туда ты зашел? Как не туда? Да не туда, ладно. Лучшая. Вы вас пропускаете? Да. Спасибо. Я ж джентльмен, сейчас. Планирую заходить, не? Осталось войти. Видел там девчонок, и давай капусту жевать. Не остановить. А вот. Катюша, проходи, я подержу. Опля, я держу, проходите. Пожалуйста. Слышишь, что я тебе говорю? Давай не отставай за Маратом. Шо? Я не отстаю. Говорю, увидел там девчонок, и давай капусту жевать. Невозможно было тебя отогнать от прилавка. Да успокойся ты, елки. Да что успокойся? Да что ты? Как это? Ну, мой качан, твой качан, не переживай. Шо, Мариночка? Слушай. А давай, как будто бы мы не брали, и у Марины специи возьмем. Да мы сейчас еще на 15 минут здесь встанем. Да с Мариной можно... Мариночка, здравствуйте! С наступающим вас Новым годом, здравствуйте! Вы наша хорошая. Здравствуйте. Говорят, что у вас лучшая специя для корейской морковки. Да, не корейской морковки, грибы им нужно мариновать. Короче, да, мы грибы, коралловый гриб взяли, вот этот вот, ну, как корейцы его готовят. Вот сделайте что-нибудь своими золотыми ручками, да. Все, и будет вам счастье. Да. Таки да. Что вы будете, прямо будете аж до 31-го работать? Да, прямо до 31-го. А когда же вы оливье будете делать? Ночью. Правильно. Оно так что вкуснее? Да. Не успел майонезом перемешать?
Что там Таня есть? А вон, а ну сними Таню из засады, смотри. Ты что, хозяйка сала? Ай-яй-яй. Да. Ну зайдем хоть понюхаем. Сало. Шо у Танюхи с прилавка свисало. Куда тебе столько этой специи, Сережка? Да тихо, поделимся. У него там два грибочка. Кать. Маленький. Тебе так понравится, что мы будем еще ездить. Я даже не знаю, ты не хочешь у сладкой бабушки что-нибудь взять? А? Давай маме сделаем. Ручной работы. Там такие десерты, вы себе не понимаете. Что? Самое главное не купили. Кого? Тарталетки. А? Я же вам предложила рецепт. Марат, дали если будет тарталеток, а ты же видел этот хлеб, что она рассказывала за него. Извиняюсь. Хлебушек. Крышечкой, потом колпачочком, потом жаришь, потом дырочкой и туда засовываешь. Ну, значит, тогда надо идти вот сейчас вот там по рядам и найдем тарталетки. А если что, не переживай, мы через опты выедем, их там навалом. Метра, в конце концов, никто не отменял. Мариночка, вы хоть себе там что-то оставьте. Собственном. Нам сказали в теплую водичку сначала, они немножечко раскроются. Белые. Коралловые грибы. Да не белые, это вот. Такие китайские это грибы, китайские. Которые. Вот такой вот. Рынка нету. Короче, мы это. Мы приготовим, вам принесем. Посмотрите, что получилось. Так, только обязательно давайте за деньги. Так, теперь я всем что-то вот отдельно. Ага. Катенька, ты как станешь, такое ощущение, что тебя судорога схватила. Ну покажи, что ты почем, ну ёшкин ты кот, ну куркума какая сырья. А морковочка, о, так это уже готовое. Это вот готовое. Оно, все, шика, три ложечки хватит. Мариночка, хватит, оставьте людям чуть-чуть. Так, еще зеленушечки чуть-чуть надо. Это обязательно. Вот. Мы положим ложечку карри сюда. Карри нежный, все, хватит. Здрасте. Здрасте. Так, сколько мы вас тут наколедовали? Это все нужно, Катя, все раз подсушить. Хорошо, подсушить? Хорошо, да. Подсушим. Что, Маратик, говори, я не успеваю. Я тебе еврейскую нашел. Я знаю. Нет, подожди. Колбасу, пока. Колбасу. Сколько денежек? Просто национальную, да? Там я же ее заказал еще месяц тому назад, так что. Сколько я вам должен денег? Давайте 120, не себе. Так детям на конфеты оставьте. Это я вас умоляю, что вы как это. Хотя бы давайте не тащите, а вот так 70. Правильно? Все, полтинник мой, полтинник ваш. А 20 опять на закупку, чтобы товар всегда работал и никогда не заканчивался. О, так еще и на цветы останется. Спасибо вам огромное. Давайте я сейчас сюда это к себе. А кепка в клеточку, судьба рулеточка. Все, целуем, обнимаем. Спасибо, спасибо большое. Огромное. Здоровья. И всего-всего наилучшего. Все будет добре, да. Все, до скорых встреч. С наступающим. Да. Здрасте, кто крайний? Здрасте. И я таки обещал, и что? Спасибо, спасибо и вас тоже. Эх ты. Да никуда не денется, дай бог, чтобы карась не заканчивался. Так. Сколько? Так подожди ты, а есть вторая? Сейчас найду. А ну ищите. Маме ж надо тоже. Какой же Новый год? Марат, оставь деньги. У меня уже нет. Колбасой хочу угостить. Ладно, давай. Что, еврею разве откажешь в таком деле? Ну, чтобы ты понимал, я без тебя есть не буду. Домой принесу. Осталось чтоб свисало, такое? Да? Не-не-не, вот то, что вы нам дали, да. Это... Вы не видели видео, что я с него сделал? Я не подписана. Одесский липован, подпишитесь, пригодится бы, да. Да. Я его на слайсере подмороженное вот так вот сделал, потом из него поджарил бекончик, потом этот бекончик перемешал со сливочным маслом, добавил туда ложку грузинской аджики и мажу на хлеб, теперь жалею, что оно уже заканчивается. Так что надо будет брать, но у меня еще кусочек остался. Это спасибо вашему салу, хотел лично передать. Так, это еще оно сюда, да? Сколько? Это мамочки родненькие. С обратным приветом, или как там, спешу показаться на глаза. Это как с вас, а так 440. Ёшкин кот, спасибо огромное, что ваша очередь никогда не заканчивалась. Все. Самое главное, вам процветание. Спасибо.
Вот это колбаса затарились и лавровыми листами. Та ты шо? Слышь, давай, давай этот. Танечка, салют, родная. Мы сейчас сделаем, короче, этот. Шахер-махер, то, что никогда не было. Теперь мы тебя колбасой угостим. Хочешь еврейскую попробовать? Давайте. Давай. Марат, мамина в пакете, это наша. Давай, подержу. А то ж все время Таня нас, Таня нас. А ну, сделай красиво. И вам сразу руби, руби полпалочки. Мне не надо полпалочки, по-братски. Просто продегустируем, как эксперты. 100%. Да, я за шкурку подержу. Нормально? Не учи. Да ты что? Катя, тебе не здесь надо снимать. Там, так как Таня режет сало, все в Одессе знают. Ничего, иди, ты иди сало покажи. О, спасибо. И я попробую, что вы там прикупили. Ну ладно, давай. Танюшка, спасибо огромное. Еврейская? Кошерная. Да. Вкусно? На качество мы с собой евреи водим, понимаете? И вот я точно не обману, Марат, на. Спасибо. Очень. Себе. Ну, интересное, да? С хлебушком, с маслечком. Кофе. Ой, а кофе сладкий. Сладенький. А, конечно же. Что, кидай, продастся. Вкусно? Блин, знал бы, что горчицу бы взял. Так, это есть. Катюша, что ты хочешь на праздничный стол, чтобы у нас было? А? Сереженька, что скажешь? Маратик, у тебя есть с собой фляжка? Нет. А ну Таня предлагает. Это вкусно. Танюша предлагает. Подождете, давай чуть-чуть. Таня, я шучу, закуску. Ты хочешь это? Марат, далеко не убей. Кусочек, кусочек, давай. Давай я за него. Кушай, кушай. У него только от внешнего вида сахар поднимается и волнение начинается. Божественно. Вот чесночком он запеченный. Давай возьмем такой кусочек. Возьми. Танечка, дай вот именно такой. Даже не надо пробовать, потому что это... Я тут вообще не понимаю, что а у тебя вкусное. Кажется, вот оно все вкусное. Вкусное. Такое прямо... Какой же приятный этот маринад, да? На 240. Шикардос. После дегустации этого сала, даже если вы не любили чеснок, вы его полюбите просто раз и на всю жизнь. Ну, очень вкусно. Так, колбаску сюда, уже к Танюшке недаром зашли. Катюня, дай 200 гривен, потому что 40, 40 у меня есть. Да. Да я сейчас дам. Там, Рада, успокойся. Танечка, а ты не знаешь, тарталетки где-то кто-то продает такие с тестом? Тебе надо корзиночки? Формочки, корзиночки, да, маленькие. Ага. Выйдите в проходик и сразу там специально вся там не есть. Понял. Катюня, чтобы помочь тебе полохматить? Там все поправились, снимайте, да? Понял. Танечка, возьми почти без дачи. Так вот. Да. Эх ты. Ой, ухи мои, ухи. За что же вы, братухи? Катюня, иди сюда, елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Подставляй голову. Подставляй голову. Их сильно, что не вмочь. Ведь я ж почти сиротка. Не брал я денег вот как. И вас прошу хоть хлебом мне помочь. Или колбаской еврейской. А кепка в клеточку. Танечка, с наступающим. Спасибо. Давай, дорогенька. Здравствуйте. Здравствуйте, Сереженька. Здоровенький был, с наступающим. Вас с Новым годом. Что, как обычно, не заканчивается? Да ты что? Вот то, когда голодный в рыбный ряд зашел, надо было отсюда начинать. Тут же дают попробовать и сразу уже... Ой-ой-ой. Да ты что? Марат, ну как могут рецепты закончиться, когда вот такой продукт, а? Да ты что, Катюша? Фу. Вот чистая нежность. На, кусай. Только немного, немного. Mm-hmm. Вот дайте этот кусочек нам. Вот это, что в руке. Нам пока много не надо, чисто на покушать. Потому что меня жар кинуло от такого ассортимента. Я еще хочу кусочек, пусть отрежут, уже поздно. Что, на покушать? Да, ну уже. Катенька, это он уже наш, ты с него можешь кусать, даже не отрезая. Все, так. Колечко печеночное, без промок. Марат, у меня сдача осталась, так вот, что я угощаю. Возьми маме такую печеночную тоже. Блин, у него такая печеночная, ты не И еще одну дайте, пожалуйста. Ё-моё. Ей полезно, пусть кушает. Ближайшая. Да. Татьяна Михайловна, держитесь. Мы скоро к вам приедем. Я к маменьке родной.
С каким-то там приветом. Спешу. Да мы сейчас рассчитаемся, пока, подождите, Марат, и еще одно, да, еще одно колечко. Обменяемся колбасой. Это же паштет настоящий, да? Раз, раз, раз. И с кофе. Сколько будет за все и с почеревком? Марат, готовишь? Да, да. Конечно, конечно. 330. Да ты что, вот у меня как раз ровно столько и есть. И еще что-то осталось. Салка 280 килограмм. Так, все, возьмите, пожалуйста, огромное спасибо вам. С наступающим. С наступающим. Все. Ладно, идем до Сереги, поздороваемся быстренько. Сережа, и нет. Катюша, нет, а вот до бабы Кати. Вот до бабы Кати. А у сладкой бабушки купи пирожок. А мне надо сюда посмотреть торт. А ему торт. Ребята. Накрылся. Шо? Спасибо. Ты что? Огромное спасибо. Здравствуйте, приятного аппетита. А что не колбаску? А, уже съели, уже... А, я понял. Да. Просто вы к Сереге на 5 минут не умеете, поэтому извините. Серега, родненький, вот чисто через телевизор тебя. Ты ж понял, елки-палки, мы бы зашли. Куда? Тарталетки, конфетки, все. Мы опаздываем, ну конечно. Один раз, Марат, ты видел такое? Смотри. А что? Ты это? Шо? Это индюшка. В, в мочевом пузыре? В каком мочевом пузыре? Это Это же тканевая такая еда. Боже мой. А мраморная говядина. Это просто огонь. Сплошное мясо. Попробуйте. Скажите, кто у вас придумывает все эти названия и... Это так идет, мраморная говядина. Ассортимент. Катенька. Спасибо. Попробуйте, пожалуйста. Чистое мясо. Чистое а почем мясо. Это прелесть? 700 гривен килограмм. Ай-яй-яй. Шикарная колбаса. Скинемся на кусочек. Ну, какой кусочек? Вот, давай этот кусочек там. На привоз надо ходить себе. Да? Особенно. 307-350. Шикардос. Вкусно. А я был, Марат, молодой. С горчицей ходил. А, да? Дай 200 гривен. Пожалуйста. Вот так, да? Да. Меня Альбина зовут. Меня Серега, очень приятно. Я вас знаю. Ты что, теперь и я вас. Подписана. Альбиночка, спасибо огромное. Я вкуснее колбасы не пробовал. Да. Ты что? Спасибо. Да. А я домой приду, у меня вот еврейскую, вот эту, да, на один бутерброд. И чтоб она у меня не треснула. Спасибо огромное. Ой, маленькая. Я думаю, что треснет. Ой, это не треснет. Здрасте. А что это? Уже свернулись или только развернулись? Ё-моё! А взлохматило как, ты видишь? Катя, Сережа, идём. Маленькая моя, прошу, мы пробовать не будем. У нас сад. Да, да, да я могу тебе сам дать попробовать, мы уже набрали просто с наступающим. Спасибо. Нам дочку забирать из садика. Чего эти садики не делают на попозже, ёлки-палки? Лилечка торгует. Лилечка, привет! Чтобы у тебя курочки никогда не заканчивались. С наступающим. Побегли. Так, тарталетки. А ну вот здесь, вот смотри, Марат. Сказали, туда проход справа. Хорошо. А нет ли у вас чайных тарталеток? Нет, нет. Там все? Вон же лежат. Где? Ну вон лежат. А, не такие. Нет, то другие. Здравствуйте, здрасте. Ему другие надо. Слышишь, ну как это? Быть. Да я куплю тарталетки, поехали. Все, пошли. Ой. Здравствуйте. Что ты хочешь? Хочу взять... Арнаутку на купил? Да, сколько посчитать, это мне еще что-то надо. Так, 50, 30. Который час? 20 минут второго. А во сколько нам надо забирать? Ну, в 2. Да успеем, сейчас кути наберем еще и сварим по дороге. Еще этих фиников, да. 200 грамм. Давай, Маратик, мне авоську, чтобы рука я... Оно все легкое. Ждать все нормально. Не ждать? Не жди, пошли, мы же не успеем. Возьмешь, он сейчас давай, кучу даже, везде если не можно возьму, взять. Просто надо ехать Ульяну забирать. А там собаки гавкают, капуста трется, все нормально. Хорошо, так что мы... Вот тарталетки на любой вкус. Бери, не хочу. Ё-моё, Марат, ты что? Главное, что им тарталетки. Заворачивайте. Вот красивые. Немало. Нам надо, чтобы они были тверденькие. Ну, вот, вот, я, вот смотрите, потолще. Вот эти, нет? Смотри. Твердые, они не совсем твердые, они вкусные, собака все
Сам вкусный, ты тебе же еще. Потом, конечно. Да. Бери разные, и вот этот, правильно? Да. Все, вот так вот. В кулечек. Мы кидаем, а вы рахуйте. Давай, 45. Баба Яга. И 2 по 40, да? 125. Так ты что? С ними аккуратно. Марат, да прямо на руках буду носить. Все. Так, смотри, опача. И без дачи. Все, спасибо огромное. С наступающим. Спасибочки. А ты что? Все. Эх ты. Как-то, быть рецепту. Скажи так, мне. Так, бабе Кате, здрасте, будешь заходить или уже нет? Конечно же буду, ты что? Сережа, бегом. Баб Катя, привет. Позвонишь. С того телефона? Да. Там на нем деньги закончились. Давай сейчас быстренько, на самом деле, зашли, Славику руку пожали и побежали. Не стучи все колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке. А где ты нашего потеряла этого? Идет. Герцог. Девочки, здрасте, с наступающим. Я что хотел спросить, а как тетя Леночка поживает? Спасибо. Да, а вот прямо снимаю шляпу в эту суровую погоду. Ты что, вот так и передайте, чтобы она была здоровенькая. С наступающим вас. Здрасте. Где там? Здравствуйте. Здрасте. А баба Катя курит. Ёлки-палки, ты что? Здоровенькие были. С наступающим. Я быстренько. Потому что мы, как обычно, бежим. Здорово, привет, рыбненьки. Салют. Ты что? Ты что? А у Саши судаки, что ваша мур? Ё-моё. Но вы ему не говорите, что мы заходили. Обалдеть, как там красиво. Смотри, какой судак. Марат, ты бачишь? Да вообще. Смотри, размеры. Вот такого зафаршировать. Ёлки-палки. Так, не забудь, что у меня карп еще лежит. Все, вам всего самого наилучшего. Всего самого замечательного, крепкого здоровья. И чтобы у вас все было и никогда не заканчивалось. Все. Передадим. Другим разом зайдем на побольше поговорить. Все. Миссия выполнена. Зашли до бабы Кати. Здрасте. 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 Это что, тот же или другой уже? Ё-моё, где ты их берешь, Кать? Я хоть потрогать. Ты посмотри, какой речной настоящий. Блин. Сетки должны быть титановые, чтобы такого выдержать. Он же несется, что ураган. Только бздынь. Я видел момент, у нас там, короче, канал есть, когда весной воду пускают. И вот она с лимана, короче, с Китая начинает туда в Дунай ломиться. А там рыбзащита. И ты стоишь на мосту и только слышишь, как дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Он что дурной, короче, и долбится. Когда тепло, когда холодно, вяло. Не, а когда вяло, это весной. Когда водичка прибывает, шлюзы открывают и понеслось. И оно в лиман, свежая вода заходит, он начинает ломиться. Рыбалить там нельзя, но постоять такие эту музыку послушать можно. Когда он обрель все эти бум-бум-бум. Все, до свидания. До свидания. Славик торгует. Ага. Марат, походу, тоже уже торгует. Подторговывает. Нет, он знает, откуда заходить. Ребят, здравствуйте, с наступающим. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Здоровенькие были. Все, вам хорошие торговли. Радость наша. Хочу идти. А я бегу, потому что ребенок уже на дороге с садика, его аккуратненько сказали. И здесь уже завершается. Что? Прямо здесь и хочешь? Короче, друзья, если души с хорошим зрением, для вас сегодня обнимался Марат со Славиком. Ну и где-то рядом бегал детский липован. Всем пока-пока. Чао. Шикарного настроения вам на весь следующий год.